Добро пожаловать на канал Hardress at Info. Перед нами находится устройство Google Pixel 6a, и сейчас я покажу вам, как добавить отпечаток пальца на данное устройство. Для этого мы открываем приложение «Настройки», далее проходим в раздел «Безопасность», после чего нажимаем «Разблокировка по отпечатку пальца». Далее нам нужно выбрать способ блокировки экрана, так как мы еще не устанавливали это дело. Нажимаем, выбираем что-то и далее придумываем пароль, подтверждаем его, нажимаем «Готово», и теперь мы можем начать настраивать отпечаток пальца. И таким образом мы добавили первый отпечаток, мы можем добавить еще отпечатки, можем нажать «Готово». Также мы этот отпечаток можем переименовать. Вот, ну и в принципе на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.